Благородная профессия, главное качество, любовь к людям и желание помогать. Все это о социальных работников. Кто может рассчитывать на их помощь, расскажет Татьяна Трофимова. Олеся – инвалид второй группы. Ходить самостоятельно не может, поэтому к ней на помощь приходит Катя, социальный работник. Она стала для девушки самым настоящим другом. Мы очень подружились, как подруги стали. Она мне во всем помогает. Вот томографию назначили. Она меня на кресле до больницы, больничный комплекс тут недалеко. Она на инвалидном кресле меня довезет. Мы с Катей как сестры стали. Катя в этой профессии совсем недавно, но не сомневается, что сделала правильный выбор. Профессия такая благородная. Помогать людям, нуждающимся в помощи, пожилым, которых у нас тоже уже остается не так уж много. Но в основном инвалидам, потому что им очень тяжело без чужой помощи работать. Комплексный центр социального обслуживания «Чебоксар» помогает почти 1000 горожанам. В большинстве случаев это люди с ограниченными возможностями здоровья. Доставляем им продукты питания, убираемся, содействуем приготовлению пищи, доставка медикаментов, сопровождаем в больницу. Все, что нужно пожилому человеку по хозяйству дома, мы все ему обеспечиваем. Для того, чтобы взять социального работника, надо обратиться к нам в центр. Каждый соцработник в среднем обслуживает по 10 человек. Количество посещений подопечных зависит от потребности. Кому-то нужна ежедневная помощь, кому-то достаточно 2 посещений в неделю. На каждого человека составляется индивидуальная программа работы. Такой помощник, как социальный работник, может приходить не только к одиноким людям, но и к тем, чьи родственники из-за работы или по другим причинам не могут уделить достаточно внимания своим близким. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.